Алматинцы продолжают удивлять нас. Привет. Привет. Давай знакомиться. У меня Арнур, тебя как зовут? Меня зовут Газиза. Газиза, в первую очередь хочется спросить, что у тебя в руках? В руках у меня небольшие реквизиты, связанные с той песней, которую я в данный момент буду исполнять. Так, фотографии. Кто здесь? Здесь на фотографии моя бабушка, моя мама и я. Опаньки. О. Добрый день. Здравствуйте. Как зовут? Газиза зовут. А здесь как ты появилась? Ну, у меня небольшая история о том, как я вообще сюда пришла. У меня бабушка, я с детства пою, она меня всегда поддерживала. И так получилось, что в этом году мы с ней собирались прийти. Она должна была быть за кулисами, поддерживать меня и быть рядом. Но неожиданно в этом году она скончалась, буквально месяц назад. Я пришла, потому что я ей обещала, что я приду. И... Что будем петь? Агилеру Hurt. Поехали. Посещаю. Иногда хочется и позвонить, что-то спросить, а этого человека рядом нет. И очень-очень тяжело. Я, если честно, боюсь заплакать во время исполнения песни, потому что одно дело, когда твой близкий человек стоит за кулисами и тебя поддерживает, вот именно тот, кто тебя направлял в этом пути, а другое дело, когда его нет, и воспоминания, они очень-очень больно отзываются. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were that I walked away. If only I knew what I know today. Запою неординарность, я говорю, да. Да. Я говорю нет, но два да и одно нет даю тебе право проходить на следующий тур. До свидания. Спасибо. Пока.